Слов скажите.
чё, ребятки, ставьте лайки. Наша кошка родила. Самое интересное, когда она рожать начала, она жену позвала. В шкаф залезла. Я говорю, давай нафиг, какой шкаф? В тазик положим, короче. Тряпку. И положим их туда. Ну вот. Все роды снимаю. Ну, может быть, пропустил минутку. Может, меньше. Соединю все, склею. Лапы ее не отсвечивают, значит. У меня зум расстраивается. Ну, я думаю, ребята, это видео должно набрать, блин, много просмотров. Давайте, смотрите, делитесь. Без комментариев, я сказала, без комментариев. Титьку ищет водитель, она еще укусить нас может. Представляете, ребята, сейчас тоже в норах бобры рожают. В это время где-то они рожают. Может, чуть-чуть попозже. В норах только они сидят, рожают. Видите, ребятишки? Но с Димой они точно играть будут. Он бы их не задавил ходунками. Он может наехать в легкую. Ой, извиняюсь. Мышка, молодец, давай еще рожай. Еще давай рожай. Давай 6 котяток рожай нам. Давай найдем птичку.
Вот, ребятки, видите, он уже знает, что титьку надо искать. Не трогай его. Титьку нашли.
Да, Дима, это котеночек. Не надо трогать, все, идите, напугайте. Лоси тоже так съедают послед, чтобы их не нашли волки по останкам. Че, нам оп, отгрызла. Отгрызла. Ну, сейчас просто. Его, наверное, надо в стороночку убрать туда. Он сюда лезет, мешает ей рожать. Туда надо натетить, а? Обратно хочется лезть. Тут холодно. Что-то она не тужится больше.
позже, что ли, ради. Она, наверное, их по очереди рожает специально, чтобы приготовить всех. Кошка по кличке Мышка. Червитишки, у нас еще двое. Ну вот этот, наверное, вот этот последний. Тут еще есть. Этот черненький первый. Хе-хе-хе, молодец. Коска. Кошка, молодец. Подписывайтесь на Fisherman Hunter. Ребятки, сегодня, завтра или послезавтра я засниму целиком прям настоящие роды, как она их рожала. Только одного рожала, как. Все, давайте, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, делитесь видосом, кому интересно будет. Так, ребятки,
У нас вот еще один добавился, обнимает, видите, как черненький тоже, хорошенький такой котеночек. Подожди, покажи кошечка, покажи. Вот, хорошенькие котяточки. У нас там еще есть, должны родиться будут скоро.